Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. А сегодня я снимаю распаковку очередных пакетиков мини-лента. Вторая часть. Давайте начнем. Начнем с вот этого. Давайте. И мне попалось новое! С первого раза и новое! Такое, наверное, не бывает. Мне попались маслины. Какие красивые! Вот такая вот упаковочка. Давайте я вам вот сюда положу. Давайте вот этот пакетик откроем. Мне попалась еще одна мультиварка. Обведем ее в кружочек. Положим ее сюда. Откроем вот этот пакетик. И мне попался хлеб! Ура! Я так хотела этот хлеб! Вот этот хлеб. Отметим его в кружочек. Так, давайте откроем вот этот крайний. Если вам нравятся мои новые продукты, тоже ставьте лайк. И мне попалась повторка нового маслины. Положим их сюда. Откроем еще пакетик. Так, мне попалась колбаса. Если вам нравится колбаса, поставьте лайк. Так, давайте, даже не знаю, какой взять. Так, давайте вот это что ли. Посмотрим, что в этом пакетике. Нам попалось еще одно молоко. А вы любите молоко? Напишите в комментариях. Так, теперь этот пакетик. Тут что-то маленькое. Мне попалось... Ой, даже не знаю, какая пятая по счету шоколадка Сникерс. Я очень люблю сладости, но я не знала, что у меня так много будет. А вы любите сладости? Так, давайте теперь вот это откроем. Ой. Это форель. Какая красивая. Но у меня она уже есть. У меня уже вот как много форели. Вот тут даже лимончик. Я только сейчас заметила, что тут лимончик изображен. Так. Давайте откроем этот пакетик. Здесь нам попалась лимона. Пятый уже по счету, как много. У меня даже уже места нет. А вы любите газировку? Вот я ее, ну, не очень люблю. Так, откроем следующий пакетик. Так, и мне попалась зубная щетка. Она у меня уже есть. Обведем кружочек, положу ее сюда. Так, следующий пакетик. У меня даже отлетело. Это еще Пепси. Сколько у меня напитков? Куклы мои, наверное, точно не захотят пить. Так, вот это что-то большое. Что это такое? Так, это бумажные полотенца Зева. У меня их уже две штуки. Так, откроем вот это. Я даже не знаю, что это. Может, новое? А, нет. Это отбеливатель. Ваниш. У меня уже он третий. Откроем еще вот этот пакетик. Что же тут? Еще один ваниш. Так, обведем его в кружочек. И тут уже... Ой, черточку надо ставить, а то... Так, ваниш еще один. Теперь откроем вот это. Посмотрим, что здесь. Здесь еще одна колбаса. Уже три колбаски. Так, а что у нас тут? Чай
Еще один чай. Отметим его. Положим. Так, а что у нас тут? Здесь у нас гель для душа Фан у меня уже есть. И остался последний пакетик. Что же тут у нас? Давайте посмотрим. Мне попался освежитель воздуха. Он у меня уже есть. Ну и вот что мне попалось. Как много мне чего попалось. И попалось два нового. Каждый раз у меня есть новое. Это круто. Надеюсь, скоро я соберу всю коллекцию. И всем пока. Вы были телеканал ТКТВ. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Пока-пока.